В эти выходные погода в Пермском крае ухудшится. В субботу, 4 сентября, в Прикамье днем пройдут дожди, местами ливневые. Погода будет облачной, в отдельных районах синоптики ожидают грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 14 градусов, днем 14-19 тепла. Завтра ученые прогнозируют южный и юго-восточный ветер с переходом на западный 3,8 метра в секунду. Днем его порывы могут достигать 13 метров в секунду. На следующий день в Перми и Прикамье будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и опустится туман. Температура воздуха ночью составит плюс 4, плюс 9 градусов. Днем от 6 до 11 со знаком плюс. Также днем порывы юго-западного ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Специалисты МЧС призывают жителей региона быть бдительнее, не находиться рядом с деревьями и рекламными щитами. Осторожнее следует себя вести и водителям. Из-за сильных ливней и тумана на дорогах будет плохая видимость.